Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force. Так, зайдем на почту, глянем, что у нас тут хорошего. Ничего нету, все прочитано, это понятное дело. Ну что, ребята, сегодняшняя серия у нас посвящена чему? Ну, во-первых, мне будет приятно открыть при вас своих новых героев, на которых я накопил. Я специально долго ждал, чтобы побольше героев себе накопить. И сейчас мы будем этим делом заниматься. Спросите, какие, а сейчас, ребята, я вам покажу. Ну что же, переходим в персонажи и... Да елки-палки, вот они, ребята. Шокер, Пиро, Акойе, Железный Человек и, конечно же, Джаггернаут. Начинаем вербовку. Так, Шокер. Злодей, город, техно, бластеры, паучья вселенная, зловещая шестерка. Вербуем, ребята, этого красавца. Тыдич. Да, он слабоватый, очень слабенький, у него всего одна звезда. Оглушающую молнию он имеет. И сверхзвуковой что? Диссонанс. Заполняет шкалу скорости и на дополнительные 15%. Понятно, это у нас диссонанс. А что такое оглушающая молния? 20% к проникающему урону по основной цели. Ясно, ну что же, а мы с вами, ребята, идем далее. Пиро. Вербуем. Та-данс. Отлично. Тоже, ребята... А, нет, у него две звезды. И у него, как мы видим, есть огнемет и пиротехника. Ну что же, это все хорошо, а мы с вами двигаемся далее. Акойе. Ну? А, это генерал у нас, да? Ребята, это у нас генерал. По-моему, про Черную Пантеру. Предводительница там у них. У нее удар копьем и точный удар. Две звезды, красные причем. Хорошо. Дальше у нас, ребята, идет Железный Человек. Наконец-то я его получил. Давно я его хотел и только сейчас вот недавно получил. Вербуем, естественно, ребята. Есть смысл его прокачивать вместе с Капитаном Америкой, потому что у них идет синергия. Репульсорный выстрел и ракетный залп. Это мы все и так знаем, мы прекрасно это все видели. И последний, ребят, персонаж на сегодня — это Джаггернаут. Да-да-да, этот здоровяк. Кто он такой? Воу-воу, три звезды, на четвертую пошел. Могучий удар и неперемещаемый объект. Да, и неперемещаемый объект. Вот такие у него, ребят, способности. Ну что, с героями пока закончили. Давайте, ребята, выполнять, наверное, ежедневные цели, которых у нас много. Хотя нет, вру, ребята, немного. Я вчера ночью все сделал практически. Мне надо только поучаствовать в двух налетах и выиграть два боя на арене. С ареной понятно, мне ничего не получится. Ну, насчет боев можно. Адский буян. Погоди-ка, вы хотите сказать, что вы в игру внесете... Нет, я не верю. Этого не может быть. Гравитон, это у нас из новых персонажей. Но также у нас еще из новых персонажей, ребята, которого ввели в игру. Это вот этот вот агент. Как его там величать-то, елки-палки, я уже забыл на самом деле. Агент Колсон, вот. Честно говоря, не знаю, что это за агент. Я что-то не помню его. Хотя я не особый фанат этих сериалов, мультиков и так далее и тому подобное. Но не помню и все. Так, ну что, битва за сферы и неистовство красных звезд. Я не знаю, за что нам стоит вообще тут драться. Ага, даже так. Битва за сферы. Хм. С одной стороны, ребят, заманчиво. Но я почему... А, мне же нужно драться, я уже там... Ну что, попробуем. Тут у нас Халк. Да, я думаю, ребят, стоит попробовать. Один-два боечка буквально, да? Для разминочки, так скажем. А дальше, не знаю, может быть, пойдем на основную сюжеточку куда-нибудь сходим, посмотрим. Правда, за зло и за добро у нас пройдено, а за зло я не могу пройти, потому что я просто застрял там на одном уровне, и как его пройти, я ума не приложу. Так, ну что, красавцы мои здесь готовы. Так, естественно, ребята, мы будем делать на ускоренном варианте. Так, и в первую очередь, кого бы мне хотелось бы убрать, это, по идее, Капитан Америку и Халка. Начну я, пожалуй, с Халка. Не знаю, получится ли у меня пробить его или нет, но очень сильно горю желанием.
Так, ну что, пока регенерацию, я думаю, не стоит ставить. Просто укольчики шибанем. Так, ну естественно, он берет на себя провокацию. Как же без этого? Поэтому мы и решаемся, ребята, его в первую очередь убрать с поля боя. Так, вечная злость. А ну-ка. Давай, 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 попробуй. А, ответочка. Прилетела. Так, усиление защиты сделал, да? Капитан Америка. А, он еще и на себя провокацию взял. Он еще взял на себя провокацию, ладно. Сейчас будем что-то с этим делать. Так, вот теперь надо ставить лечение, так, погнали. Промахнулись, да? Понятно. Ну и что ты, ну что ты, ну так будешь смотреть и любоваться на него, а? В любом случае здесь мы выиграли с вами, потому что это самый первый бой, он всегда легкий. Бомбанем вот так вот. Хоба! И все, ребята, и поредели у них ряды, как мы видим. Халк опять взял на себя провокацию, да? Это зря. Это ты зря, парень. Я знаю, что многим неудобно смотреть игру на ускорение, но посмотрите, ребята, как это выглядит, когда мы делаем с вами на первую скорость. Посмотри. То есть, ну это вообще, это как замедленная какая-то съемка, если честно. В любом случае, ребята, за нами здесь победа, всего лишь ничего мы получаем, фигню какую-то. Ну, еще можно, в принципе, один бой. У нас сколько? У нас 500. Мы зарабатываем с вами неплохие такие довольно плюшки. Я думаю, что есть смысл, наверное, еще, ребята, сделать один бой. Может быть, даже боя два. 25 энергии мы тратим, а у нас 500. То есть мы можем тут просто забомбиться на самом деле. Но это будет посвящена тогда вся серия. А нам-то нужно что-нибудь такое экстравагантное. Например, какие-нибудь испытания. Да, новенькие, которые здесь ввели. Надеюсь, мы их увидим, посмотрим. Вот этот вот чувак, ребята, железный кулак. Ну это просто имба какая-то. Он своей ультой просто пробивает любого. Мне он чем-то напоминает Джиггернаута. Но Джиггернаут мне показался намного слабее кулака. Вот, ребята, как выглядит это все на первой скорости. Ну, согласитесь, это слишком утомительно. Наша серия, которая должна пройти, например, в 30-40 минут, она выйдет у нас в полтора часа с такими драками. Поэтому я всегда и ставлю на... Вы можете, знаете, что сделать? В Ютубе есть такая функция: ускорение видео или замедление. Если кому-то кажется, что слишком быстро здесь происходит все дело, вы можете поставить на замедление. Ну, конечно, будет мой голос, как будто я бухой, но зато посмотрите в нормальном качестве. Так, что... Джессика, давай тебя, наверное, уничтожим. Ага, уничтожил. Так, этот будет сейчас, наверное, провокацию брать на себя, нет? Тогда будем Джессику бомбить, наверное, все-таки. Ага. На, получи, гаденыш. Снесем, нет? Не получилось пока, ладно, хорошо. Продолжаем, ребят, нашу эпопею. Подлечились. Отлично. Пробить не удалось, добить ее, точнее, да? Ну-ка. Росомаха получает свой бонус. У нас вообще вот в этой команде, ребята, никакой синергии нету. Никто ни с кем не взаимодействует. Вот что самое обидное. А надо делать, чтобы команда именно взаимодействовала друг с другом. Ну-ка, пошли-ка прочь, псы. Ого. Слушай, нам здесь, по-моему, без провокации никак. А почему без провокации никак? Потому что, ребята, у нас могут убить одного из персонажей. Причем довольно легко. Да-да, это ночную сиделку. Делаем регенерацию. И встаем в провокацию, ребят. С контратакой, естественно. Так, сорви голова. Упадет у нас? Нет, он еще и контратаковал. Ладно, хорошо. Теперь минус о нем, наверное, да. Ну что, и остается только лишь у нас один палач, которого мы просто почикали. Капитально, ребят, почикали мы его. Отправили в преисподнюю. Ну, а мы с вами получаем, естественно, сладкие реварды. И пойдем посмотрим, что у нас еще есть. Какие режимы, какие, может быть, новые. Так, наградки только заберу. Одну. Кстати, у нас, наверное, накопилось достаточно осколков, чтобы мы могли что-нибудь открыть. Давай проверим. Так, в магазин, да, у нас что-то есть. Я вижу, у нас есть сфера. Мы можем получить сферу налетчика. Открываем, ребят. Бред, ребята. 350 осколков я не хочу на это тратить. Я лучше вот здесь вот посмотрю, что у нас выдается. Так, сколько нам нужно? Ой, еще много. На Гамору. Да, на Гамору я лучше потрачу. Так, и основные. Так, 15 осколков персонажей, давай глянем.
Порадуй папочку. Вау, Vision. 15 карточек. Ладно, двигаемся тогда дальше вниз. Так, осколки персонажей, снаряжение и золото. Ну, это ерунда на самом деле. Оу, 5 носорога дали. Ну, давай тогда еще посмотрим, что ты мне подкинешь. Не совсем то, что нужно. Так, 437. Ну, давай, ладно, хорошо, давай еще откроем. Еще пару сфер. О, Небула, отлично. И давай последний, ребят. Ай, как я ее ненавижу. В принципе, все, подожди, все. По-моему, не все, ребята. Или все? Да. По осколкам у нас все закончилось, ребята. Ежедневные цели, что я там выполнил? Участвовать в 2 налетах. Ага, я это сделал. Выиграть 2 боя на арене. Это для меня вечная, ребята, проблема с ареной. Как ни крути. Я не могу найти себе по рейтингу подходящего противника. Серьезно вам говорю. Вот, вижу одного, но он все равно выше меня. Где там? 8500, я же видел. Давай его сюда. Верни, пожалуйста, мне этого. Не 8500, а 85 тысяч у него. Где? Вот он. О, ты посмотри. Ёлки-палки, нифига себе. Тут 4 звезды красные. Посмотри, у них как, ребята, по звездам все. Как у них все шикарно по звездам. Это тебе не мои ватники. С одной, с двумя звездочками. Никуда не годится, естественно, ребят. Так, что у нас тут? Так, для 28 уровня. Что вы хотите сказать? Мисс Марвел. Угу. Зарабатывать осколки мы будем. 25 осколков сразу, что ли, дают? А, ну это нет, это не осколки, ребята. Это мы с вами будем собирать вот эти вот призы, а уже потом их обменивать на осколки. Ну, не знаю, я почему-то этим не занимаюсь. Это очень нудно, долго. Мне не нравится, если честно. Так, тут у нас что нужно? Я не помню, там, спасение мира. Кстати, у нас вот здесь где-то задание, по-моему, новое было, да? Вот, ребята, темное измерение. Я, честно говоря, не могу понять, как мне в него попасть. Что мне для этого вообще нужно? Я не могу начать, понимаете? Хотя я думаю, что и смысла начинать здесь нет. Ты посмотри просто здесь, какие имбовые герои. Посмотри. Это вот я с ними должен буду драться. Начать я, конечно же, не могу. Не знаю, что там нужно. Как начать его? Ну, не могу и все. Так, налет, компания. Давай в компанию, наверное, зайдем. Зайдем в компанию. Так, Мисс Марвел, понятно все. Где мы с вами остановились? На союзе злодеев я не могу, ребят, пройти вот этот уровень. Хоть ты тресни, хоть ты пополам тут разломись. Не могу и все. Армия, в принципе, не особо такая большая, но я почему-то не могу, ребята, с ними справиться. Давайте для примера просто с вами попробуем. Мы вошли в подземную лабораторию Старка. В секретную службу президента входит отряд капитанов Америка, который завоевывал другие измерения для Ультимуса. Поняла? Да, ребята, и вот именно... А, я понял, почему я не могу пройти. Потому что у меня здесь герои-то, оказывается, и не прокачанные. Вот оно что. Так, Небулу убрали, например, здесь поставили, да? Так, секунду, посмотрим. Ну да. А если мы уберем этого? Ну вот как-то так, ребята. Но все равно не получается у меня пройти. Слишком сильный противник для моего отряда. Ну ладно, просто хотя бы вам покажу, если не показывал, как здесь примерно это все будет выглядеть, какой будет разбор полетов, ну и сколько, соответственно, здесь будет противников. Давай, хорош прогружаться уже. Агенты Роджерсы, вы знаете, что делать? Да, господин президент. Еще бы они не знали, что тут надо делать. Сейчас начнется, ребят, веселуха. Так, 2 капитана Америки, 1 железный человек, все это, естественно, имеет синергию, они будут бомбить. Ну, нам надо потихонечку как-то их разбирать. Уже можно, ребята, увидеть по дамагу, сколько мы наносим урона, сколько наносится урона нам. И... О, зверь-псих-то, а. Провокацию, ну давай возьмем провокацию. Она нам, конечно же, здесь особо сильно не поможет. Так, взял провокацию. Теперь видите, вот этот вот у нас Капитан Америка, этот у нас идет в отхил. В полный, причем, отхил.
То есть, пока я его, ребята, не снимется у него провокация, я ничего сделать не смогу. Что там пригнулся-то, олух? Хиляемся. Зверь. Ну, давай. Ну, псих-то, да, ребят? Так, провокация упала. Ну, смотри, этот теперь отхилит. Теперь этот на себя. Вот этим, ребята, они меня и раздражают. Вот этим они меня и бесят, что они так и будут сейчас меняться с провокации на провокацию. Давай помощь, может, призовем себе. А чё? Вот, хотя бы так. Естественно, их разберут, они ватники. Так, это что у нас такое? Установлен союзник с нами... А, 1500 здоровья, давай. А здесь будем бомбить. Ну, зверь. Вот он промахивается, ребята. Вот он промахивается. Опа. Так, здесь у нас еще Доктор Стрэндж, собственно, персона заявился. Мы это видим прекрасно. Так, снесем. Да что ты не можешь пробить-то этого, блин, засранца? Ну, есть, один капитошка упал. Естественно, ребята, нам нужно уничтожить второго. И потом, по возможности, Доктора Стрэнджа. Потому что он, ребята, будет воскрешать, по-моему, чуваков, если я не ошибаюсь. Видели, да? Прикрылся щитом. Провокация. Ой, ураганчик полетел. Это не Найсово, ребята. Да что ты, он блокирует, ребята, просто ближние атаки и все. В ответку получил, да? Ну, а так, есть. Все. Пора, ребят, наверное, заниматься Доктором Стрэнджем, я думаю. Или же... Нет, Доктором Стрэнджем. Можно было бы, конечно, Капитаном Америкой заняться, если честно. Так, ну-ка. Две помощи, они не будут лишними. Да, они ватные. Падают элементарно, но все-таки. Доктор Стрэндж отдуплился. Хильнуться надо. Так. Слушай, ты достал меня, а? Ракетометчик. Давай попробуем, ребят. О-хо-хо-хо-хо. Ну он, гаденыш, ну посмотри, какой он крепкий, а? Посмотри, какой он крепкий. Из чего ты там сделан, гаденыш, а? Из какой стали? Неужели? Да не может быть. Фьюри, все 5 ставленников Ультимуса в измерении падших ликвидированы. Хорошо, возвращайтесь на базу. Это было необходимо, Фьюри. Ты это знаешь? Знаю. Но цена высока. Не может быть. Неужели я еще и на 3 звезды, ребята? Ху-ху. Найс. По-другому и не скажешь. Отлично. Тогда мы с вами продолжаем эпопею. Ну, я думаю, что дальше будет не все так легко и просто. Земли Звездных Лордов. Злодей отправляется в измерение под контролем Звездного Лорда, чтобы выкрасть источник энергии Ультимуса Семя Эго. Это заманчиво, ребят, на самом деле. И я думаю, что нам нужно посмотреть, хотя бы обязаны посмотреть, что у нас за бой тут такой будет. Фьюри, я отследил изначальный источник силы Ультимуса в одном из первых завоеванных им измерений. В этом измерении, благодаря живой планете Эго, сын Ультимуса, Звездный Лорд, правит вместо него. Эго даровал Звездному Лорду свое семя, которое тот посадил в землю. Это источник безграничной силы, но есть подвох. Говори. Если извлечь семя, это спровоцирует цепную реакцию, которая может уничтожить все то измерение. Все то измерение подчиняется воле Ультимуса. Верно, целое измерение потенциальных врагов. Киплинг, готовь команду, добудьте это семя Эго. С удовольствием. Так, ребята, ну что, опять у нас только злодеи будут принимать здесь участие. Погнали, попробуем опять же этой командой. Непрокачанной, никчемной командой Гуфи. Но вдруг нам повезет, как в предыдущем бою. Чисто, ребята, везение. Так. Киплинг, мы прошли сквозь портал. Это очень странное место. Рэмбло, выполняй задачу. Ребят, вы посмотрите, сколько тут Звездных Лордов. Приветствую вас, друзья. Вы без спроса вступили на священную землю. Готовьтесь к смерти. Да?
Ладно, мы посмотрим. Ребята, я вижу, по здоровью они ватные. Всего лишь 4 палочки хп. Ну их дофига тут. Поехали, проверим. Я думаю, здесь одного заряда было бы достаточно от кросса, и они бы все бы, ребята, полегли. Как пить дать. Так, они сейчас тут будут, наверное, друг друга. Ну-ка, поехали. Зверюга, давай. Ох, как он там крошит, а. О, укрепляет свою команду, да? Импровизацию сделал. Давай контратаку ему. Да вы достали уже. Так, сейчас мы, наверное, вот этого уничтожим, я думаю, да? Да достал ты уже тут плесульки свои делать. Дайте мне сходить. Трындец просто какой-то. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной, а? Так, этого убираем нафиг отсюда. Достал он. Дальше вот этого, наверное. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Оу! Шикарно! Ну что, веселье закончилось, так понимаю, да, на сегодня? На священную землю вступили. Эй, ватники, господи. Да иди ты, кази, в трещину. Вот так вот. Молодец, Электро. Так, помощь. И добиваем, наверное. Нет, выжил хламон. Ну, тогда расстреливаем. Все. Нам предстоит разобраться с целой планетой танцующих неудачников. Зашибись. Танцующих неудачников. Это он хорошо подметил. Но в любом случае, ребята, 3 звезды, плюшки, реворд и так далее. Двигаемся тогда с вами дальше по сюжетке, пока где-то с вами не упремся. Злодей 6-2. Злодеям нужно пробиться на базу в Awesome Town, чтобы определить местоположение семени эго-земли. Я вас прекрасно понял. На ближайшей силовой станции должна быть информация о местонахождении семени эго. Вам нужно попасть внутрь и войти в центр управления данными. Ты знал, что это место зовется Awesome Town? Вот прямо так город и называется. В измерении, где правит Звездный Лорд? Ничего удивительного. Так, ну что, ребята, погнали? Не будем тут особо сильно рассусоливать, да? Слушай, вот эта фантастическая четверка, блин, как бы я хотел ее собрать, а, ребят? У них, наверное, синергия там офигенная. То есть они друг с другом взаимодействуют, причем обалденно. Я принесу вашу голову Звездному Лорду. Да будет сиять он вечно. Так, сколько, ребят? 11 врагов. В данный момент я вижу 4-х. И быстренько разбираемся вот с этими вот. С когтистыми. У них очень большой дамаг. Они очень хорошо критуют. Так, что он там? Провокацию взял на себя, да? Ладно. Поехал, зверь. Ай, как я обожаю его. Если бы он был прокачанный, я думаю, что это была бы имба. Он не хуже Росомахи, на самом деле. А может быть, даже и сильнее. Так, ну что? Поехали. Крепкие, ребята, на этот раз враги крепкие у нас. Это видно сразу. И плюс это четверо только, да? Плюс и там еще будет у нас сколько там? 6-7 врагов. Ну-ка. Кстати, эту девочку можно уже добить. Жрец Кри. Жнец даже. Ну-ка. Хача, адьюс. Так, давай помощь позовем. Отличненько. Давай вон того, наверное, бомбанем с вами. Что-то как-то неудачно. Так, отхиляемся. И бам. Живой, а, паразит. А, красота. Я обожаю, когда он бомбит. Так, ребята, у меня Vision. Угу. По нему не так легко, ребята, попасть порой бывает. Он очень юркий, гадюныш. Ну-ка. Ага. Хилку я пока не буду использовать. Ну, незачем, на самом деле. Ох, Vision, адьюз. Ватненьким ты оказался. Так, а кто у нас тут? Опять кришки просто. Тогда бомбим, ребят. Так, начинаем добивать всех. Минус. Следующий, вот этот парень. Потом вот этот. Что такое? Теперь вот этого. Это последние, ребята, противники. И вон того. Давай, стрелой. Шикандос. По-другому не назвать, ребята. Очень легко идем. Пока. Пока очень легко идем.
3 звездочки, естественно, можем фармить этот уровень. Но это бесполезно, потому что здесь нету босса или какой-то значимой дня. О, а вот это уже интересно, ребята. Поиски семени. Защити оператора, пока она взламывает систему электростанции в поисках семени. В общем, вы прекрасно понимаете, да, возможные награды. То есть мы можем этот уровень фармить и, соответственно, вот этого чувачка. А он, кстати, у меня... Слушай, а его у меня, по-моему, даже и нету. А ну-ка посмотрим, ребят. Если его у меня нету, я тогда сделаю себе целью, чтобы он у меня появился. А если появился, то сколько нужно карт? Подожди-ка, что это у нас тут? Охотник щита на новый ранг перевожу. Воу. 3 звезды, ну ты крут. Молодец, поздравляю тебя с этим. А новобранец. Есть у меня он или нет? Так, у меня и носорог, ребята, получает новый ранг. Ха. Я даже не смотрел. Так, вторая звездочка, да, у него, но пока желтая даже, не красненькая. Так, секундочку. Где же ты у нас? Вот он, ребята. Это Нобу. И нам, чтобы его открыть, мне нужно 26 ДНК. Ну, 26 карточек. Слушай, ну это круто на самом деле. Я думаю, что мы его получим в ближайшее время. Уж поверьте мне. В ближайшее время он будет наш. Так что, и есть, как говорится, к чему стремиться. Ну что же, мы продолжаем с вами кампанию за злодеев. И у нас с вами поиски семени. Мы в центре управления данными. Защищайте оператора, пока она определяет местоположение семени Эго. И опять у нас только злодеи. Но здесь, кстати, может быть намного серьезнее битва, потому что нам нужно не столько самим выжить, сколько чтобы оператора не убили. Вот в чем дело. Поэтому нужно практически из провокации не вылазить. А провокатор у меня, к сожалению, здесь только один. Прикройте меня, пока я уточняю, где находится семя Эго. Где же она появляется? Вот она, ребята. Что? Ты видел? Во-первых, ребята, 15 врагов, это раз. Во-вторых, они с первой заходки просто мне снесли Электру. Вот что я тебе хочу сказать. Эй, да. Да ну-ка нафиг, вы что, вы серьезно что ли? Вот сейчас вот. Это что за бред? Да. Тут будет сложно все. Наверное, мы здесь с вами остановимся, судя по всему. Это только первая стадия, да? Ну, Электру, просто Электру, ребята, вырубили моментально. Так, а еще 4, 3 стадии нужно, да, нам прожить. Хиляет, естественно, массовый хил. От Грута. Угу. Обалдеть. Просто, ребята, обалдеть. Так, ну можно, в принципе, вот с этим покончить пареньком. Попытаться. Давай, добей его. Так, отлично. Ну, одного убили, пришла еще большая армия. Операторов вольнут все-таки. Это только лишь вторая стадия. Еще две. Не знаю, ребята. Мои персонажи, по-моему, здесь, ребята, слабенькие. Мы не сможем вытащить эту катку. Как бы я тут ни старался. Ну, естественно, под провокацией, под всеми делами. Ай-яй-яй, сейчас зверь упадет. И Джиггернаут следом. Ой, Джиггернаут, Кроссбоунс. Так, зверь уже упал. Но нам это никак не поможет. Все, ребята, оператора завалили. Отступаем, они вырубили нашего оператора. То есть, ты понял, да? О чем суть? Мало того, что они нас тут разбирают мгновение ока, так еще и оператора завалили, который тоже самый ватный. Зашибись. Так что, ребята, эту миссию я оставлю уже на лучшее время, я думаю. Да, надо будет подкачаться, прокачаться маленько. Здесь у нас абсолютно все пройдено за добро. Так, в Нексусе мы с вами были тоже, там тяжеловато. Битва за космос. Это что такое у нас тут? Битва за космос. Хм. Я могу сюда? Ну, давай посмотрим, ребят, что это такое у нас. А, это Сторм, что ли? Ронана держат на этом корабле. Нам нужно быстрее разделаться с охраной. Слушай, я, честно говоря, не помню, что это за уровень.
Что это за этот? Смотрю только, что мне опять ватные персонажи достаются, да? Но синхронизация зато неплохо. Какая нафиг синхронизация? Вы поняли, да? Три персонажа могут взаимодействовать друг с другом. Давай посмотрим, в чем здесь проблема. Почему я здесь застопорился и не смог пройти. Я не позволю вам забрать Ронана у Ультимуса. Так, ну судя по здоровью, ну так себе. Семь персонажей. Это вот это, вот это, ребят, последние. Аристократ Кокри, но нам нужно вот этих вот убирать. Ну-ка. Слушай, думаю, что здесь все у нас получится. Погнали. Так. Наносит основной цели 320 урона процентов. Ну-ка. Сдуло просто. Неплохо, да? Так, что они, регенерацию на себя повесили? Точно, ребята. Ладушки, тогда мы, наверное, с вами... Они все почти все. Ну-ка, мечом рубани. Слабо, слабо, роднулечка, гаморочка. Добила, молодец. Видите, ребята, что такое, значит, взаимосвязка. То есть один персонаж атакует после другого. Это круто. Аристократочка жива. Ого-го-го-го. Ну-ка. Ну какая живучая. Ну-ка, так если. Да елки-палки. Так, ладно. Призовем помощь. Отлично. А теперь будем бомбить. Минус. Так, что, кого? Давай, наверное, вот эту вот. Да? Жнеца Кри. Они очень бомбят хорошо. Давай сделаем так. Провокацию с контратакой и... Солидно. Ну, сейчас добьем. В общем, эту каточку мы с вами, ребят, пройдем. Это однозначно. Причем довольно легко. Никаких проблем. И вот так вот. А, она уклонилась, да? А если рубануть? А если еще стрельнуть? А если еще и вот так? 320 повреждения, да? Нехило. Преобразователь где-то впереди, идем. А что они здесь ищут? Какой преобразователь, а? Мне уже интересно стало. Какой преобразователь мы здесь можем искать? Я просто давно не играл в эту компанию, поэтому как бы не скажу вам. Так, спасение Ронана. Освободи Ронана из преобразователя. О, как. Аристократы Кри. Так, у нас тут Кришки и, конечно же, енот. Слушай, ну не знаю, ребят, давай попробуем. Ронан уже в камере преобразователя, нужно спешить. Не бойся, мы освободим твоего союзника. Союзника? Хм. Слушай, а может быть нам Кейбл взять? Вместо... Нет, по-моему, этот круче. У нас же красные звездочки, да, это... Ну, лучше. Да, по-моему, так. Ну, у нас, по крайней мере, здесь, ребят, три героя могут вместе, как говорится, синхронно плавать, ё-моё. Конечно же, драться. Синхронно драться. Что за дичь сказал, а? Ладно, ребят, поехали. Значит, Карат уже нас нашел, да? Клянусь, от него одни неприятности. Ладно, поехали. Поехали, енот, поехали. И, наверное, мы начнем... Подожди-ка, почему вот эти вот девочки у нас подмечены вот таким вот... Нет, я хочу с енота начать. Мне он не нравится. Ага, а так? Так, подожди, подожди, я его добью, ребят, я добью. 5 секунд, дайте мне. Так, ах, провокация, ё-моё, не увидел. Не увидел, к сожалению, что провокация там была. Ну и пока она, естественно, не сойдет, нам придется этого олуха бомбить. Давай тоже встанем в провокацию с контратакой и усиление защиты. Они начинают преобразование Ронана. А, у нас тут 4 стадии. Хорошо, отлично. Мы преобразовываем с вами Ронана. Так, стрела, поехала. Хей, енот отдуплился, ребята. Это четенько все. Провокация, да? Тогда вот так бомбанем. Да какой же он живучий. Ребята, здесь будет у нас 10 персонажей, 10 врагов.
пока мы с вами... Ага, вот они, прибывают потихоньку, да? Вот эту надо уничтожать в первую очередь. Замедление, она очень сильно критует, я уже говорил неоднократно. Так, поддержка, помощь. Поехали дальше. Просто выстрел. Опять же, просто выстрел. Минусанули, шикандос. Так, что там такое? Нужно остановить их операторов, пока еще не поздно. А кто у меня оператор? Я не знаю, кто у меня оператор, если честно. А, нет, не знаю, чуть даже без понятия. А, может быть, вот этих операторов нужно остановить. Господи, теперь я понял, ребят. Я должен успеть. Я-то думал, что это у нас, это они, преобразователь. Вон, Рон, он лежит, кстати. У нас кончается время, останови операторов. Все, я понял. Я думал, что у меня, вон, Рон, он лежит, по ходу дела. И мы должны вот этих операторов убить. Черт, по-моему, сфейлился я, ребят. Я неправильно понял. Я думал, что это за стрелочки над персонажами такие стоят. А оказывается, мне нужно было их ликвидировать. Ладно, я потом переиграю, если мы проиграем с вами здесь. Потому что в любом случае я этих операторов уже не успею всех убить. Как бы я этого не хотел. А ну-ка. Минус один. Так, вот еще один, да, оператор Кри. Попробуем. Давай так. Все, да? Да, активировала там, по-моему, ребята, что-то на. Мы опоздали, Ронана не спасти. Ну, ребят, это моя ошибка. Я проиграл не потому что, ну, как бы сказать, а потому что я не знал, что их нужно в первую очередь бомбить. Сейчас мы это дело исправим с вами. Обязательно. Так. Так, подожди, вот он. В бой. Да, это мы все читали. Блин, а я думаю, что на них стрелочки там, ну, обозначаются? Их нужно было просто убивать, в первую очередь. Вот так вот. А кто такой Ронан? Мне вот стало интересно, кто такой Ронан? Какого Ронана мы вообще здесь спасаем? Так, это мы читали. Значит, енота мы с вами не трогаем, а убираем вот этих вот барышен. Операторов Кри. Естественно, тут не избежать нам, ребят, провокации. Они будут ее ставить. Это прекрасно. Вот уже пошла, да? Да. Уже пошла провокация. Ох, 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 как мощно вы тут все это делаете. Поэтому в наших интересах как можно быстрее. Так, первую стадию включили. Я видел. Вот успеть бы нам. Пробьем. Да что ж ты. А сейчас. Все, и продолжаем, ребята, операторов бомбить. Гамора какая... Ой, Гамора. Не было. Какая же ты слабенькая, а? В плане атаки. Ну? Да пробейте вы, господи, эту чувырлу-то. Давай так сделаем. Два, да? Две помощи. Минус. Так, ребята, еще две у нас тут, да, появились? То есть вон та дальняя. Вторая стадия запустилась, да? Точно. А я, знаешь, как могу еще, ребята, здесь проиграть? Только лишь потому, что я не успею их убить. Это как вариант может быть. Сейчас кто-нибудь провокацию возьмет, и все. Псих-то этот, а? Енот. Ну? Е! Один оператор, ребят, один... Блин, провокация! Не успеем мы, да? Наверное, скорее всего. И это обидно. И это будет обидно, если мы не успеем с вами. И все лишь потому, что здесь провокации нету. Пробуем. Пока не включила, да, ребята, ничего. Как только она свой пультик этот достанет мелкий. И как только она скажет, что все. Последний удар. Ну что ты, блин. Не успели. Не успел, ребята, я, к сожалению. И опять у нас на этой стадии гейм овер. Что такое? А, еще есть возможность, что ли? Подожди, а... А в чем сейчас подвох? Операторов же нету вроде бы. Или теперь мне нужно их убить? Давай попробуем, ребят, попробуем обязательно. Блин, я уже расстроился заранее. Хорошо, что так все получается. Так, давай-ка мы, наверное, этого... Не хотелось бы мне, конечно, потерять Небулу. Ну, судя по всему, наверное, да.
Как всегда. Как всегда, ребята. Три звезды нам не видать. Получил свое. О, как красиво. Минус енот. Ага, вон там еще. Но это не операторша, это аристократка. Была когда-то. Ага, так, пробиваем. Ну-ка, добьешь? Добьет, куда он денется. Так. Вспомогаловка, ребята, у нас. Да ладно, там пыхтеть вам. Ребятулечки, вы же трупы. Минус. Хильнемся. И бомбим дальше. Так. Оказав мне помощь, вы поступили очень мудро. Месть Кри будет быстрой. Нам нужно получить доступ к высшему разуму. Он поможет нам свергнуть Ультимуса и... Ультимус уничтожил высший разум. Теперь ты единственный свободный лидер Кри. Значит, нам нужно поскорее собрать бойцов. Ага, вот он, значит, кто такой Ронан. Понял, ребята. Ронан Кровавый или как-то там его величали. Слушай, по идее, тогда он должен у нас разыгрываться здесь, да? Но так как я не прошел на три звезды. Ну-ка посмотрим. Он нет? Нет, ребята, не он. Хм. А вот это, кстати, круто. Аристократка Кри. Естественно, этот уровень нужно пройти на три звезды, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этом мы с вами сделаем перерывчик. Мы обязательно увидимся в следующей серии. Не знаю, правда, когда она будет. Наверное, когда я укреплю свои отрядики, хоть еще как-то. Но они, ребята, очень сложно прокачиваются. Очень сложно, вы не подумайте, что здесь все так легко и просто. Ничего подобного. Во-первых, нужно очень много финансов. Во-вторых, очень нужно много материалов всяких для улучшения. Например, вот, чтобы вот этого сделать. Ну тут жесть просто, чего тут только надо не найти, чтобы... Ой, даже говорить об этом не хочу. Ну все, друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.